Всем привет, мои сладкие. С недавних времен, да, я ушел из дисциплины Dota, потому что я уже слишком много уже наиграл и забил на игру. Поэтому я вот решил раздать свои вещи. Ну, не просто, конечно же, взять там, раздать кому-то определенным, это будет нечестно. А я решил устроить просто конкурс, да, это нормальная практика, конкурсы очень частое явление. Теперь давайте перейдем к самому конкурсу. Для начала, давайте я скажу, какие есть призы. Заметьте, конкурс будет не один. Это один из первых конкурсов, потому что вещей много, и я буду каждую неделю разыгрывать конкурсы. За первое место здесь, как места разыгрываются? Просто сначала первый человек выиграл, второй человек, третий. Все, так места и разыгрываются. То есть, первый наш приз это посох на Варлока. Это топовый посох. Посох имеет невероятный спрос, да. У меня столько раз пытались его купить, вы не представляете. Короче говоря, нереально ценный итем. Потом второй приз это ездовое животное для Абадона, да. Я думаю, что если на халяву получить, то почему бы и нет? Очень красивое ездовое животное, красивая моделька. И третий приз, да, это как утешительный приз, да. Ну, чтобы я раздавал уже вещи, правильно. Он не самый дорогой приз, но утешительный приз, он это и нацелен. Это три загрузочных экрана. Теперь, смотрите. Я думаю, здесь самая главная борьба будет за первые и вторые призы, да? А третий приз это уже так. Ну, самое главное это первый приз, само собой. Я знаю, да. Для начала, что вам нужно сделать? Вам нужно сделать очень мало, да? То есть от вас много и не требуется. Вам не нужно там снимать ролики, кривляться, нет. Во-первых, вы должны быть подписаны на этот канал ArxPlay, потому что конкурс будет среди моих подписчиков. Во-вторых, вы должны в любой из социальных сетей, где у вас есть страничка, выложить пост с этим видео. То есть указать ссылку и выложить пост. Все, это были условия. Их можно выполнить за 1-3 секунды. Теперь, как оставить заявку для участия в конкурсе? Под этим видео, да, которое вы сейчас смотрите, в комментарии вы должны написать в следующем формате. Пишите цифра 1, точка, и ставите ссылку на вашу страницу в социальной сети, чтобы я мог по ней перейти и увидеть, что вы реально выкладывали это видео. А потом цифра 2, точка, вы указываете свой логин Стима. Заметьте, логин это не никнеймы, это разные вещи, да, потому что по логину я смогу вас найти, а по никнейму я смогу найти человек 20, и лично вас мне будет тяжело найти. Поэтому еще раз, логин Стима, который вы вводите, когда первый раз заходите в Steam. Потом, что мы делаем дальше? Когда вы оставили свою заявку, проходит неделя с этой даты, то есть сегодня 06.08, и через неделю я уже вместе с вами, заметьте. То есть я разыгрывать призы буду на видео. Все абсолютно честно и открыто, вы будете все сами видеть. Как идет розыгрыш призов? Тоже очень просто, это популярная практика, да? То есть берется сайт рандом, то есть здесь случайно выбирается число. Я беру общее число в комментариях под этим видео, конкурсным, да? Вставляя в этот сайт, он из этого диапазона выбирает случайное число. Я нахожу пост под этим номером. Посты будут отсортированы по дате добавления постов. То есть в самом низу будет самый старый пост, в самом верху самый новый. А счет постов будет идти с самого низа. То есть самый первый пост, самый старый, это логично. Он будет первый, второй, третий, четвертый, пятый. Когда выпала цифра, я нахожу пост под этим номером и смотрю. Если это пост заявки, то мы его рассматриваем. Если это другой пост, то мы не рассматриваем. Потом я смотрю этот пост. Перехожу по ссылке, да, ВКонтакте. Если там указано видео, то есть если соблюдено правило, то хорошо. Если этот человек подписан на канал, хорошо, он выполнил все условия. Все, получай приз, все очень просто. Ты получаешь первый приз, то есть первое рандомное число это первый приз. Посох, да. То есть это самый счастливый человек будет. На халяву такую вещь, которая стоит, кстати, немало денег. Потом, точно так же мы и делаем со вторым призом, да. То есть я опять общее количество постов сую, мне случайно выбирает число.
под этим часом нахожу пост, смотрю, чтобы он выполнил все условия, получаю второй приз, лошадку, и также будет с третьим местом, третьим призом, да? Все очень просто. Я вам советую поучаствовать, потому что, во-первых, от вас ничего не требуется практически, все элементарно за 3 секунды, да? Опять, не забывайте, я еще раз говорю, что подводить итоги я буду уже в следующем видео, и вы сами увидите, я на ваших глазах буду рандомить числа, то есть никакой подставы там вообще не может быть. И запомните самое главное, здесь играет роль только одно, это удача, ну и судьба, то есть выиграть может абсолютно любой. Даже тот, кто написал самый первый комментарий, и тот, кто написал самый последний комментарий. Любой может выиграть. Все зависит только от удачи. Все, всем спасибо за просмотр. Участвуйте в конкурсе, выиграйте призы. Я надеюсь, что этот конкурс будет хорошо проведен, и будем еще проводить следующие конкурсы. Все, всем пока.